как куда. Ролик летал снимать. Там он из двух частей состоит. Одну часть я днем отснял, а вторую надо было в ночном режиме отснять. Поэтому вот дождался темноты и слетал на задание. Надеюсь, ролик получится хороший. Да, гладко рассказываешь. Дальше. Ну а дальше иду я как-то с барышней по Пятницкой. Вдруг смотрю, наш Форд стоит, перекрашенный только. Ну, свою машину как облупленную знал, мог ногтем открыть. Говорю, ну что, Лёля? Лёля? Какая Лёля? С Елоховской? С Тверского. Что, говорю, Лёля, прокачу в последний раз, а у самого уж повестка военкоматская была. Ну, вот так на 7 лет и накатал. Машина-то это летчику какому-то, полковнику заслуженному досталась. И там в машине я их в глаза-то даже не видел. То ли документы, то ли карты какие-то секретные были. Ну-ка, иди туда. Куда? Вон туда. Сюда, что ли? Да, да. Покажи себя. Давай, давай, сбацай что-нибудь. Да я так могу. А чё ж сыграть-то? Мурку. Вижу. А что, если погасить свет? Впустить и вырубить свет. Свет? Ага. Попробуем. Значит так, когда буду в самом центре, вот под этой аркой, гаси свет. Понял. Так. Поехали. Браслеты, шляпки и жакеты, разве ж я тебе не покупал? О, совсем другое дело.